السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله حمدا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وختام النبيين ورحمة للعالمين، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد. Сегодня ночью я собираюсь рассказать вам о своем путешествии из того времени, когда я был главой по делам молодежи при церкви, к тому, кем я являюсь сейчас. Я понимаю, может возникнуть много больших вопросов. Звучит ясно. Да, ты глава отдела церкви, а теперь ты стал мусульманином. Вам нужно будет немного меня послушать, иншаллах. Так что я надеюсь, вы позволите мне и уделите мне внимание. Я надеюсь, вы что-нибудь подчерпнете из услышанного. Ведь основной мотив моей встречи таков. Я хочу, чтобы вы вняли послание, которое кроется за этой историей. Потому что если бы я путешествовал по странам только для того, чтобы рассказать свою историю, я бы просто зря тратил время. Ведь каждый из вас может услышать ее в любом месте мира. Итак, иншаллах, мы начнем с самого начала. Я родился и рос в Ринго, Южная Каролина. Меня воспитали дедушка с бабушкой. Моя мать ушла, когда мне было очень мало лет. Мой отец работал на двух работах, и я оставался со своими бабушкой и дедушкой. Они были традиционными, консервативными, южными христианскими людьми, как они говорили. Они были очень и очень консервативны в своей идеологии, в своих идеалах, в своих манерах. Как вы, возможно, слышали, люди ведут себя так, как вели себя их дедушки и бабушки. Мы делали это так, и ты делаешь это так же каждый день. Так оно и было. Мы были очень религиозными, в том плане, что мы каждое воскресенье посещали церковь. Мы были в церкви в воскресные вечера, мы ходили в церковь по средам. В христианстве это считается проявлением сильной религиозности. Заставить меня ходить в церковь не представляло трудности. Для моих дедушки и бабушки не было трудом тащить меня в церковь каждое воскресенье, так как я был ребенком. И они должны были вести меня именно туда, потому что церковь располагалась через два дома от моего дома. Стояли два дома, а затем шла церковь. Поэтому для них не составляло труда тащить меня туда каждое воскресенье. Будучи ребенком, я ненавидел церковь по одной простой причине. Нас воспитывала церковь юных методистов. Методизм, если кто из вас знает, это очень консервативное направление. Это не крики или визги, как вы думаете, нет. Вы слушаете проповедника, вы встаете и говорите. Вы обратно садитесь, слушаете священника, встаете и говорите. Садитесь, слушаете проповедника, и вот так именно все и происходит. Колонны, деревья, стулья, дети, сидящие там, балующиеся повсюду, звуки горна, игра с деньгами, которые моя бабушка отдала мне вручить сиротам, и все такое. Вот все, что я помню о церкви, когда я был маленьким. Однако то, что действительно вызывает у меня приятные воспоминания, которые связаны с церковью, так это воскресная школа. Воскресная школа — это то место, где мне было хорошо. Потому что в воскресной школе ты рисуешь картины. Скажем, Ноя, который строит ковчег, ты рисуешь все эти картины. Моисея, раскалывающая Красное море. Ты учишь историю про Моисея, который выводит народ Израиля из Египта. Ты учишь историю о том, как он раскалывает Красное море. Ты учишь притчу о Ное и ковчеге. Ты учишь историю о Давиде и Голиафе. Ты учишь все эти красивые повествования в воскресной школе. Все это я подчеркнул из христианства. Эти истории, которые я учил в воскресной школе. Потому что я никогда не слушал проповеди священника, которые он регулярно читал на службах. Это все, что я знал о христианстве. В общем, вот так все и было. Говоря о почитании традиций в моем доме, приведу пример, на каком уровне был консерватизм в моем доме. Если говорить о взаимоотношениях с противоположным полом, то когда мне было 12, 13 или 14 лет, я стал замечать девушек. Я думал, что они все такие хорошие, и не хотел убегать от них каждый раз, когда встречал их. Скажем так, у меня была девушка. Моя бабушка восприняла все это так серьезно, что мне пришлось назначить встречу с ней. Бабушка должна была знать, что это за девушка придет ко мне в дом. Мы сидели в гостиной. Я не знаю, как такая комната называется на юге. У вас есть столовая, есть комната, которую вы называете гостиной, и в которой вы сидите в своей компании. И других там нет. Однако моя бабушка должна была сидеть в той же комнате, где сидим и мы. Или сидеть на кухне, где она четко видела, что происходит в нашей комнате. Это я говорю о том, как было заведено в моем доме. Именно такими и были мои бабушка и дедушка. Они были очень строгими. Они были очень любящими, но правили и были такими, какими они были. Они не менялись. В общем, вот так меня и воспитывали. А в возрасте 12, 13 или 14 лет, где-то в 13-14 лет, я начал ходить на субботние вечера, которые проводил отдел по делам молодежи в моей церкви.
Вечера по делам молодежи проходили в спортивном зале, и они полностью отличались от того, что происходило в церкви. На этих вечерах, куда мы приходили, мы играли в баскетбол, волейбол, в бейсбол, мы играли во все виды спорта. Мы ели пиццу, пирожные, конфеты и занимались всем тем, чем любят заниматься дети. В конце выступал глава по делам молодежи, который оказался моим соседом по улице. Когда мне было 14, ему было 17. Он был главой наших мероприятий. Он сажал нас, давал нам 30-минутную лекцию о христианстве, говорил нам что-то о Боге, устраивал нам 30-минутный семинар. В общем, вот так работал отдел по делам молодежи. Посещая эти мероприятия, я встречал других людей, которые посещали другие семинары по делам молодежи. И они приглашали меня на «Юноши за Христа» и другие акции, которые происходили в Каролине. Я начал посещать разные собрания, отправлялся в поездки на природу с ними. Поэтому я бы хотел сказать, что я начинал становиться христианином по своему собственному желанию. Я начинал становиться им, потому что я этого хотел. Не потому что кто-то меня заставлял быть таковым. Я начинал хотеть быть христианином. Это то, чего я хотел. Это был мой собственный выбор, мое собственное решение поступать так. Когда мне исполнилось 15, я начал посещать среднюю школу. Когда я только начал посещать школу, мой лучший друг, который был главой по делам молодежи, был в старших выпускных классах средней школы. Я помню, у нас была очень сплоченная компания. Мы ездили в среднюю школу каждый день. Это было большим делом для меня, приезжать в школу с выпускником. Ведь кроме этого, у него был новый, точнее не новый, но отремонтированный Ford Mustang 67 года. Я всегда был фанатом этой машины, когда я еще был ребенком. Итак, мы очень дружили. Мы были очень близкими друзьями. Потому что родители у нас обоих вели себя одинаково. Они не позволяли нам многого. Так что мы проводили очень много времени друг с другом. Когда я стал старше, он закончил школу и учился в университете Боба Джонса. Университет Боба Джонса считается очень престижным, консервативным христианским колледжем в Южной Каролине. Возможно, это самый консервативный колледж, который я только встречал. Другой Чикагский институт тоже считается одним из самых известных в стране. Однако Боб Джонс консервативен в плане вопроса мужчины и женщины. Мужчинам и женщинам не позволяют говорить друг с другом, наедине, если они не женаты. Держать друг друга за руки в кампусах. Мужчинам нельзя носить футболки с надписями музыкальных групп. Или поло, заправленные в широкие брюки. Или джинсы. Женщины носят юбки. Не джинсы, юбки, опускающиеся до лодыжек. Это было частью устава университета Боба Джонса. У нас не было вечеринок. Там вы не пили. Ничего такого не происходило в Бобби Джонсе. И мой друг начал посещать этот университет. Его специальностью была текстология. Текстология, возможно, чтобы объяснить этот предмет, придется организовать еще одну лекцию. Но я постараюсь дать вам краткий обзор данной дисциплины. Текстология рассматривает старинные манускрипты Библии, кусочки, части рукописей, которые были найдены по всему миру. Человек должен знать древний еврейский, арамейский, латинский языки. Это те языки, на которых написаны и найдены свитки. Он должен взять эти рукописи и попытаться выяснить, где они были написаны. Почему так много вариантов написания в разных версиях одного и того же пергамента? Скажем, у вас есть глава 1 Библии от Матфея. Может быть, 5000 разных вариантов чтения первой главы от Матфея на 6 языках. И он должен рассмотреть их все и выяснить, почему так много вариаций чтения, а затем определить, какая из них является подлинной. Это не такое легкое занятие, как вам кажется. Вам нужно выяснить, какой из пергаментов более старинный, более подлинный, какие не являются оригиналами. У вас может быть один пергамент, который является самым старым в группе. Но он может быть копией копии, которая была сделана с копией с ошибками. И у вас может быть новый пергамент в серии. Но он может быть единственной копией или второй копией от оригинала. Следовательно, новый пергамент может быть более достоверный, чем старый. Поэтому это не такая легкая дисциплина, которой можно увлечься. И он начал изучать текстологию, будучи его лучшим другом. Я тоже начал изучать текстологию. Он делал домашние задания, писал исследовательские работы, и я делал все это вместе с ним. Когда бы он не выполнял домашнюю работу, он позволял мне ее читать. Когда он заканчивал писать научные конспекты, он передавал мне их все, каждый учебник, по которому он писал. Он отдавал мне все это, а я начинал потихонечку учить греческий, чуть-чуть древнееврейский. Я начал изучать текстологию. В последующие годы я подал заявление на поступление в университет Боба Джонса. Процесс поступления в университет длится 3 года. Когда мне было 16, почти 17,
Мой друг пришел ко мне однажды, и он задал мне вопрос, о котором я на самом деле никогда не задумывался. Он спросил меня: «Читал ли ты Библию?» И я ответил: «Нет». В церкви все мы читали Библию. В церкви. Мы просматривали страницы. Так как мы были слишком юными для Христа, у нас не было уроков по Библии. Мы читали некоторые отрывки и разговаривали 2 часа об этих нескольких отрывках. Однако он переспросил: «Нет. Читал ли ты ее как книгу от начала до конца?» Я сказал: «Нет. Я вообще не знаю кого-либо, кто так прочитал бы ее, начиная с 1 стиха Бытия до конца». Он ответил: «Но это Слово Божье, как нас учили. Это инструкция для нас на земле. Почему мы ее не прочитали? Почему мы не прочитали эту книгу?» Я ответил: «Ты знаешь, это очень хороший вопрос». Он этим самым поставил передо мной цель. Мы оба поставили перед собой задачу. Он сказал: «Давай мы начнем с Бытия, главы 1 стиха 1. Давай прочтем Библию и посмотрим, что Бог говорит нам. Ведь это Слово Божье, ниспосланное человеку, чтобы наставить нас. Таким образом, давай посмотрим, что Господь говорит нам. Если Господь через эту книгу может говорить со священником, почему Он не может говорить со мной?» И я сказал: «Ты прав». Я сказал: «Это очень хорошо. У меня много времени. У меня не было каких-то важных дел». И в конце концов, после школы я сказал: «А почему бы и нет? Давай прочтем Библию». 14, 15, 16 лет у меня был бунтарский дух, и мы начали читать Библию. Мы решили начать с Бытия, главы 1 стиха 1. Что мы пытались сделать? Так это не думать ни о чем, что мы слышали о христианстве, но открыть Библию вот так. Как будто я только что нашел эту книгу в пустыне. Я открываю ее и смотрю, что она говорит мне. Позволим ей поговорить с нами. Итак, мы начали с Бытия 1 главы 1 стиха. Мы начали читать Библию. Кое-что мы читали вместе, большую часть я прочел сам. Потому что я читаю очень и очень быстро, поэтому я читал ее сам. По ходу того, как я читал Библию, я начал замечать истории, которые я слышал в воскресной школе. Вы начинаете читать Бытие, вы читаете историю об Адаме и Еве. Мы знаем эту историю. Вы начинаете читать историю Второзакония, Исход, историю о Моисее, историю Ноя, Лота и Авраама. И все эти истории, которые я знал. Однако я был шокирован, удивлен и изумлен историей, которую я читал о тех же самых людях, которых я изучал в воскресной школе. Я просто приведу пример. Это серьезное свидетельство тому, зачем Аллах посылал к нам пророков, и почему ислам был ниспослан, как последняя и совершенная религия, вместе с Кораном. Вы поймете, если прочтете о Ное в Библии. Существует история о том, что Ной спасает человечество от потопа на ковчеге. И все такое. Эта история встречается в Библии. Но есть другой аспект этой истории о Ное, о котором не все люди знают, если только они не найдут время и не откроют Библию. И об этом не будет проповеди ни у одного из священников. Библия говорит, что Ной был алкоголиком. Это библейский портрет Ноя, Нуха мир ему, что он был алкоголиком, что он был пьяницей. Это слово используется в Библии. Он был мужчиной, употребляющим алкоголь. Моя специальность – психология, и я специализируюсь на психологических расстройствах. И алкоголизм – это одно из них. Это психическое расстройство. Я увидел воздействие алкоголя на примере родителей одного из моих близких друзей. Я знаю, что если кто-то увлекается алкоголем, а Ной жил очень долго, следовательно, он должен был быть заядлым алкоголиком. Для кого-то, кто серьезно увлечен алкоголем, очень трудно уследить за 95 рабочими Макдональдса, которые готовят гамбургеры. Тем более построить ковчег, чтобы спасти человечество от потопа. Он бы никогда не построился. Итак, это на момент остановило меня. Я сказал: «Ной – алкоголик». Меня это возмутило. Я начал рассуждать так. Если Ной был алкоголиком, как он знал, что Господь говорил с ним? Потому что я видел некоторых алкоголиков. Напившись, ты спал, уткнувшись в еду своей собаки прошлой ночью. Валял дурака прошлой ночью, а теперь говоришь, что беседовал с Богом? Вы знаете, для меня это казалось бессмыслицей. Все равно, что алкоголик с улицы подходит к тебе и говорит. Бог разговаривает с ним. В пользу этого человека нет никаких весомых аргументов, чтобы заявлять такое. Никому у этого человека не будет весомых доводов. Итак, я не обратил на это слишком большого внимания. Но это задело меня, и я сказал: «Мне нужно продолжить читать, потому что в христианстве есть то, чего вы не делаете». И я скажу, что это я начал делать. Затем я подошел к истории о Лоте, Луте мир ему. Все мы знаем историю о Содоме и Гоморре. Но есть и другая, очень извращенная история в Библии о Лоте и его дочерях.
Это история о Лоте и его дочерях в Библии. Там говорится, его дочери однажды напоили его ночью и совершили с ним инцест. Вот такие портреты пророков Господа рисует нам Библия. Это человек, который спас свою семью из Содома и Гоморры. Это история, которая написана в Библии. Это снова задело меня. Это на самом деле становилось похоже на плохую привычку. Снова находить плохие истории, читая больше и больше Библию. Затем я начал обращаться все больше к другим источникам, чтобы узнать истории о пророках. В Библии есть такие истории, которые не рекомендуется упоминать нигде. Они не рекомендованы для несовершеннолетних. Вам должно исполниться 18. Вам лучше уже иметь паспорт, чтобы взяться за эти истории. Итак, что больше всего привлекло мое внимание? Моя самая любимая история в Библии – это Давид и Голиаф. Для меня это была самая увлекательная история, в том числе и потому, что в Библии было сказано, что Давид был очень маленьким, а Голиаф очень большим. Я сам всегда был очень низким. В детстве я вообще был очень низким. Как я сказал, для меня это была очень красивая история, по своей прозе и по своей идее превосходства. И я начал читать о Давиде. В Библии о Давиде приведены красивые истории. Это действительно так. Однако есть одна история о Давиде в Библии, она потрясла меня до глубины моей души. Это история о трех людях. Три человека в этой драме. Давид, Батшеба и Урия. В ней рассказано о том, что Давид увидел женщину по имени Батшеба. И она была одной из самых красивейших женщин своего времени. Но она была замужем за одним из командиров армии Давида по имени Урия. Однако Давид в тот день решил, что он не может сопротивляться искушению близости с этой женщиной, Батшевой. И он сделал это. Он вступил с ней в интимную связь. Зная о своем поступке, он решил избежать наказания следующим образом. Он отправил письмо генералам своей армии, где говорилось «отступить и оставить Урию, когда сражение усилится, так, чтобы его убили. И когда он умрет, он сможет жениться на его жене без всякого ущерба». Итак, Давид превратился из убийцы Голиафа, героя человечества, в прелюбодея, заговорщика и убийцу. На этом моменте я действительно воззвал к себе и сказал, а вот теперь остановись, здесь что-то не так. Должно быть какое-то объяснение всему этому. Я сказал это потому, что понимал, что пророки Господа были примерами для подражания, людьми, за которыми я могу следовать, беря их в пример, теми, кто должен быть лучшими среди нас, так, чтобы мы могли следовать за ними, кому мы могли бы подражать. А они превращаются в таких людей, которых в Америке обычно разыскивает полиция. Давид, если бы я знал о нем только это из Библии, то, увидев его на улице, я перешел бы на противоположную сторону и позвонил бы 911, потому что он тот, кто что-то совершил. Так я рассуждал. Этот человек вообще не является героем среди людей. Да, он убил Голиафа, хорошо. Однако он убил другого человека по имени Урия, чтобы совершить прелюбодеяние с его женой. Таким образом, я совершил главный грех в христианстве. Я начал задавать вопросы. Это то, чего именно вы не должны делать в христианстве. Не задавайте вопросы. Особенно по поводу таких тем, как это. Итак, я пришел к своему пастору и начал задавать вопросы. Что тут происходит? Вы знаете, пастор, тут очень плохо написано в нескольких историях об этих мужчинах в Библии. В чем тут дело? И я помню, что он сказал мне то же самое, что, как я помню, говорил мне каждый пастор, евангелист или любой, с кем я говорил об этом. Тот же самый ответ. Так, как будто его запрограммировали. Они клали руки на мои плечи и говорили, «Брат Юша, не позволяй небольшим знаниям уклонить тебя от веры, потому что ты должен обосновывать все не знанием, ты должен обосновывать все своей верой». И они читали мне стихи, примерно такие, где говорится, что они не понимают. Апостолы верили в Иисуса, опираясь на веру. Они все это говорили мне так, как будто это было их программой, заготовкой. Так, как будто их запрограммировали в школе пасторов. Если люди вдруг будут задавать вопросы, ответ таков. Я сказал, вы знаете, пастор, мне трудно понять все это. Он ответил, позволь мне кое-что тебе сказать. Ты читаешь Старый Завет, где написано о Боге и сынах Израиля. Они были очень разными людьми, в том числе упрямыми, сумасшедшими. Так почему же тебе не перейти к Новому Завету? В Новом Завете ты увидишь, что у них был новый договор. Они были под руководством Иисуса Христа. Я обещаю тебе, все поменяется к лучшему. Я ответил, хорошо, отлично. Я завершил чтение книги пророка Малахии и приступил к Новому Завету.
Я открыл послание к евреям. Вперед! Вы знаете, все началось сначала. Однако было несколько моментов, которые я запомнил из Старого Завета, которые я хотел держать в уме, читая Новый Завет. Первое, что я понял, Бог один, и нет подобных Ему. Это то, что я постиг из Старого Завета. Бог один и уникален, нет подобного Ему. Это снова и снова очень ясно показывается в Библии. Суть Бога такова, что Он один. Это так ясно показано в Старом Завете, и Он очень ревностно относится к тому, чтобы Ему поклонялись. И каждый раз, когда сыны Израиля обращались к кому-либо другому помимо Него, Он наказывал их и ограничивал их жизнь. Это то, что я выучил. Когда Господь наказывал сынов Израиля, для меня это представлялось так же, как «Да убережет нас Аллах». Например, если мы ограбили банк, ты ограбил банк, ты отправляешься в тюрьму. И каждый день, просыпаясь там, разве ты представляешь себе тюрьму шикарным отелем? Нет, я так не думаю. Она темная, холодная. Тут плохая еда, нехорошие люди, тюремная оранжевая одежда, пространство в 9 ярдов. Причина того, что именно так обстоят дела, и я знаю это, так как изучал психологию, все эти условия задуманы для того, чтобы напоминать, когда человек просыпается каждый день, что ты в тюрьме. Все это предназначено для того, чтобы каждый день напоминать вам, вы в тюрьме, потому что вы совершили преступление. И этим всем заправляем мы, а не ты. Это послание, которое передается человеку в тюрьме. Когда сыны Израиля восстали против своего Господа, Он ограничил их жизнь. Если вы будете изучать иудаизм, вы увидите, что это самый суровый религиозный закон, какой вы только можете найти. Все то благо, которым мы, как мусульмане, можем наслаждаться, касательно норм употребления пищи, мяса, которое нам позволено есть, им не позволено ничего из этого. Это запрещено для них. Почему? Потому что Господь, Аллах, хочет напоминать им каждый день. Я Аллах, я ваш Господь. Вы будете поклоняться мне, я управляю этим, а не вы. И я понял это, читая Старый Завет. Это концепция, которую я нашел. Итак, я начал с Нового Завета, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. И другое, что я сделал, когда начал читать Библию, если вы заглянете в Barnes & Noble, скажем, если вы посетите Barnes & Noble, возьмете книгу с полки, на что в первую очередь вы посмотрите? На название. Затем на автора. Вы знаете название и автора, что это за книга и кто ее написал. И если вы сделаете то же самое по отношению к каждой книге Библии, у вас будет название, но не будет автора. Автор неизвестен. Автор вроде бы тот и тот. Или мы пришли к выводу, что автор, возможно, такой-то и такой-то. Говоря об исходе, они говорят, Моисей написал исход. Прочитав некоторые из глав исхода, можно увидеть, что он даже не мог написать весь исход, потому что последняя часть исхода – это смерть Моисея, его похороны. Затем Осия наследует лидерство и уводит народ Израиля. Я уверен, что хотя Моисей был пророком, он не мог писать после своей смерти. Следовательно, он не написал это. Затем, когда вы читаете Матфея, Луку, Иоанна, я бы хотел знать, кто такие Матфей, Марк, Иоанн и Лука, потому что назвали Евангелие от Матфея. Никто не знает это, потому что никто из них самих не подписался под этими Евангелиями. Ни один из ученых по Библии не скажет, мы знаем точно, Марк написал то-то и то-то, Матфей написал то-то и то-то, Лука написал это и это, а Иоанн написал и это и вот это. И это подтверждено фактами. Следовательно, мы не знаем, кто это написал. И так меня это заинтриговало. Слово Божье, посланное поколением наставлять человечество. И никто не удосужился написать имя того, кто его написал. Как бы то ни было, я начал читать его. И начал замечать некоторые моменты касательно учения Иисуса Христа. Они были не тем, что я учил в церкви. Когда Иисус говорил, Он говорил о Боге, о Его сущности. И когда Он говорил о сущности Бога, это была та же самая природа Его, как об этом написано в Старом Завете. Иисус много говорил, что Бог один, нет Ему подобных. Он даже цитировал из древнееврейских писаний, «О вы, нет Бога, кроме вашего Господа». Когда Его спросили, какое самое великое предписание, Его спросили о самом великом повелении, Он сказал, «Самое великое предписание
И каждый мусульманин поймет эти два предписания. Для вас не будет ничего нового. Самое великое предписание – это любовь вашего Господа. Любить всем вашим сердцем, всем вашим разумом, всей вашей силой, а затем полюбить вашего соседа так, как вы любите себя. Он сказал, что все остальное стоит на этих двух предписаниях. В исламе у нас есть право Создателя и право созданий. Этой идеей он учил. Он даже сказал в Евангелии от Иоанна, книга 1, глава 17, стих 3. Для меня это стало ясным. Яснее, чем что-либо иное. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». И если вы посмотрите на этот стих на арамейском языке или греческом, это почти в точности совпадает с «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулюллах». Теперь я знаю арабский и понял это. Это очень похожие выражения. Да, действительно, были некоторые неясные выражения. Если вы возьмете и выделите их от всего контекста, вы, может быть, и сможете сделать вывод о том, что Иисус заявил о своей божественности или чем-то таком. Однако я также знаю, изучив психологию, неясные утверждения не могут приписать или отменить явные утверждения, и всегда в первую очередь рассматриваются явные утверждения. Так что если Иисус сказал, что Бог один, а в аллегоричной форме намекал, как бы намекал, что богов может быть больше, чем один, то его ясное утверждение всегда будет перекрывать то неясное высказывание. Итак, это я увидел в Новом Завете и обнаружил, что Иисус всегда учил спасению. Но спасению, которому Он учил, было подчинение Господу и следование предписаниям. Такова была его модель спасения. Один человек спросил его, «Учитель, скажи мне, как я могу унаследовать вечную жизнь, рай?» Он сказал, «Следуй постулатам». «Следуй постулатам». Даже в Матфеи так ясно им было сказано, «Кто бы ни следовал хотя бы наименьшим из этих предписаний и учений, будет призван величайшим Господом Царства Небес и Земли». Но тот, кто бы ни оставил хотя бы наименьшее из этих предписаний и учений, будет призван на самое дно Царства Небес и Земли. Итак, я очень ясно понял эти слова, что Иисус говорил о той же самой природе Господа, о которой говорилось в Старом Завете. Иисус учил, что модель спасения – это поклонение Господу и следование Его предписаниям. Я понял это. Матфей, Марк, Лука и Иоанн очень часто ясно говорят об этом. Вы знаете, да, были и другие выражения «Сын Божий», но они не были такими явными, в явных местах. И я не придал им такого внимания, какое я придавал фактическим, прямым словам, которые говорил Иисус своими устами. Я прочитал Матфея, Марка, Луку и Иоанна, все они говорили то же самое. И я подумал, это не то, что говорили мне о христианстве. Вам говорят, Бог един в трех, три в одном. Один, один, один равно трем. Следуй Отцу, Сыну и Святому Духу, Кресту. Другое то, что я заметил в Старом Завете. И это прекрасный урок мусульманам, потому что вы постоянно спрашиваете об этом, особенно когда речь идет о призыве. Я никогда не сопоставлял факты до тех пор, пока я не познал ислам и не прочитал Библию еще раз. Я хотел узнать, почему евреи хотели так, именно таким жестоким способом распять Иисуса, так жестоко. Они просто могли убить его где-нибудь на улице. За ним не было кланов, как у арабов, которые могли бы прийти и отомстить за него. Я спрашивал себя, почему они не убили его? Почему они так сильно и явно говорили Понтию Пилату, «Ты должен убить его, ты должен инициировать это. Мы не можем это сделать. Ты должен инициировать это и убить его». И теперь я это понял. У Иисуса была миссия. Эта миссия заключалась в том, чтобы рассказать миру о Боге. Павел даже сам говорит в его книге «Галатам», почему Иисус был распят, почему евреи хотели его распять. Павел говорит, что распятие – это проклятие у евреев. И он объясняет в Галатах, он пытается объяснить, что Иисус был проклят для нас, чтобы увести от нас проклятие Аллаха, беря на себя наше проклятие. И он говорит в Старом Завете, что все, что повешено на деревьях, распято, проклято. Итак, когда я вернулся в Старый Завет, в еврейский закон, я понял, что распятых людей считали проклятыми. Чтобы вас распяли, вам нужно было сделать что-то очень серьезное. Потому что это считалось проклятием от Господа. Это было частью их закона. Если кого-то распяли, то такой человек считается проклятым. Когда нужно было хоронить этих преступников в Иерусалиме, в Палестине, в Израиле, они подвергали их распятию, и это считалось проклятием. Крест считался твоей могилой. Ты никак не можешь вернуться. Ты не можешь ничего сделать, потому что эти люди как бы прокляты Богом. И я начал сопоставлять вместе факты. Дело в том, что они не хотели убить Иисуса, потому что они просто могли бы его убить. Они хотели показать ложность его пророчества.
Их целью было показать, что его пророческая миссия – это ложь. Он говорил, что он помазанник Божий, Мессия. Они хотели опровергнуть это. Они знали, что если смогут распять Иисуса, то он не может быть Мессией. Он не сможет быть Мессией, если вы подвергнете его распятию. И если мы сможем настоять на его распятии, то мы погубим всю его посланническую деятельность. Таким образом, они понимали это. Они знали об этом. Поэтому они и распяли его. И поэтому Аллах спас его от этого. Ведь могут спрашивать, почему Аллах спас его от распятия? Потому что это было частью их закона. Он пришел исполнять закон. Он не может быть проклят по этому же закону. Он сказал, я пришел исполнять закон. Притворять его в жизнь. Следовательно, он не может быть проклят по этому же закону. Поэтому он пришел и попросил Господа уберечь его от этого. Потому что он знал, как губительно это бы стало для его послания. Вот так я понял все это. Я начал читать, я приступил к книге «Деяния апостолов». Я начал читать записи апостола Павла. И все перевернулось от этого к этому. Все изменилось с одной стороны в другую. Все учение полностью изменилось в противоположную сторону. От поклонения Господу, повиновения Господу, соблюдению закона, к поклонению Иисусу Христу и отмены закона полностью. Павел даже написал Галатам, «О вы, глупые Галаты, зачем вы все еще следуете этому проклятому закону? Иисус увел нас от проклятия, став проклятым». И я сказал сам себе, но ведь Иисус сказал за несколько книг перед этим, что кто бы ни оставил хотя бы часть этих повелений, не войдет в Царство Небесное. А Павел призывает в Евангелии оставить закон. Я даже задал вопрос, что тут вообще происходит? Я начал спрашивать своего пастора, а мой пастор сказал, «Теперь ты нырнул глубоко в воду. Теперь ты начал задавать вопросы по Новому Завету. У тебя действительно есть кое-какие проблемы». Они даже начали думать, что я стал одержимым злым духом и всем таким. Во мне происходил очень большой конфликт. И мой друг повел меня к его учителю по текстологии. К его профессору. И что же этот человек сказал мне? Сказанное им пошатнуло всю мою веру в христианство. И я всегда говорю, сомневаюсь, что он очень счастлив за меня, путешествующего по миру, говорящего, что профессор христианства университета Боба Джонс пошатнул мою веру в христианство. Но он так и сделал. Потому что когда я спросил его, что делать со всеми этими противоречиями? В Старом Завете много противоречий. Когда вы начинаете изучать древний еврейский, вы понимаете это. Когда вы начинаете читать что-то из Старого Завета или Торы, то вы увидите, что некоторые части Торы, они так же красиво написаны, как красив арабский. Вы увидите, что они написаны на таком же красивом древнееврейском, подобно тому, как Коран на красивом арабском. Там красивый древнееврейский. Затем, через две главы, вы видите, что там древнееврейский ломаный, подобно опрокинутому дереву, или как будто кто-то небрежно написал на этом языке. Эти главы написаны на очень нелитературном диалекте. Можно сказать, что говорят два разных человека. И в общем, я начал спрашивать его обо всех этих нестыковках, которые я увидел, и он ответил мне. Он сказал, что ты хочешь от книги, написанной людьми, в течение веков и веков? Он сказал, эта книга начала свое происхождение от того, что ее копировали и копировали. Кто-то сделал там ошибку, кто-то пришел после него и исправил ошибку, и добавил туда две свои ошибки. Кто-то пришел, скопировал, добавил абзац, пропустил абзац, там, где он должен был быть. А кто-то скопировал и привез ее в свою страну, и адаптировал ее к доктрине, которой он сам учил. Зачеркнул абзац тут, зачеркнул слово там, поменял слово тут, чтобы это соответствовало теологическим идеям этой части мира. И он сказал, и спустя все эти годы у тебя есть книга, составленная на основе всех этих копий, написанная руками людей, которые оставили свои имена под ней. Вот что ты имеешь, у тебя несовершенная книга. Она становится совершенной только через веру. Вот в точности то, что он сказал мне, что эта книга постигается только лишь через веру в нее. Ты не можешь постичь ее, читая текст. Это не та книга, которую можно понять, читая ее текст. Тот, кто верит ей, верит в нее. Просто лишь веря. Я сказал, опять мы встречаемся с верой. Я сказал, Господь дал мне мозг не просто так, а по определенной причине. Если бы Он не хотел, чтобы я использовал его, Он устранил бы эти причины, по которым мне дан мозг. Устранил бы логику, одновременно заполнив мою голову еще большим количеством веры. И я считал, что, так сказать, моя бабушка не воспитала дурака, и я не дурак. Я сказал, я не могу в это поверить. Я имею в виду, меня учили, что эта книга – Слово Божье. А сейчас вы мне говорите, что эта книга с ошибками, и только лишь посредством веры в нее она становится безупречной? Это все равно, что взять дочь 92-го года и сказать, если ты поверишь, он на самом деле может стать Мерседесом, если ты поверишь. Это бессмысленно.
Вы не можете взять машину и сказать такое. Нет, 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 если ты посмотришь и поверишь, она станет Мерседесом. Я сказал, нет, эта книга полна ошибок, а религия Господа совершенна. Если у Господа есть религия, то она безупречна. Если она у него есть, она должна быть безупречной, потому что он совершенен. Итак, я полностью оставил христианство. И я решил, что я познал некоторые постулаты. Господь один, и здесь меня уже никто не одурачит. Я также понял, что никто не должен стоять между мной и Господом, потому что Он создал меня без вашего разрешения. Следовательно, я не должен у кого-то что-то спрашивать, чтобы пойти к Господу. Если мне нужно попросить прощения за что-либо, я должен обратиться к Нему, потому что в день воскресения я встречусь с Ним один на один. И пока я не имел знания о посланниках Господа, у меня были сомнения и недопонимания по этому поводу. И я начал интересоваться другими религиями. Я вернулся обратно в иудаизм, и я оставил иудаизм. Я снова увидел то, что Иисус говорил о евреях, которые живут по двойным стандартам. То, что иудеи оставили закон, что они были так испорчены, что оставили духовность. Я изучил буддизм, индуизм, даосизм, конфуцианство, викку, бушидо. Я изучал все, что попадалось мне под руку, любой вид изма или религии. Я изучал все это. Но была одна проверка, которую я устраивал каждой религии. Когда бы я ни встречал новую религию или людей-представителей этой религии, я всегда спрашивал их, «Есть ли у вас книга?» «Есть ли у вас книга?» Потому что я заметил еще другое. Я пришел к выводу, что если ваша религия правильная, вы должны вещественно мне предоставить и показать, что эта религия верна. Дайте мне что-нибудь, чтобы я мог увидеть. Я не хочу вообще слышать слово «верь». Я слышал это всю мою жизнь. Верить, что ты катаешься на Мерседесе в то время, как ты ездишь на старой машине 92-го года. Я говорил, нет, вы должны мне продемонстрировать. Я читал книгу Гитта, я читал Тору, я читал Таро, я прочитал Бушидо, я прочел книгу духов, религии Викка, про их заклинания и про всю эту магию. Я прочел все это, и я увидел, что все они похожи. Они похожи на главные религии, на книги мировых религий. Все они говорили о Боге. Большинство из них неясно трактовало то, что Бог один, что Господь послал к нам посланников и пророков учить нас. Однако все они были заполнены мусором. Буду честен с вами. Так что я логически, рационально не мог поверить. Итак, в возрасте 17 лет, 17 с половиной лет, я прекратил свой поиск Бога. Я начал сердиться на Бога, думая, вот я ищу тебя, и не могу тебя найти. И не видно, что ты хочешь мне помочь. К 17 годам я разочаровался в поисках Бога. В мире есть много проблем, в которые ты можешь попасть. Бывает много затруднительных ситуаций, которые могут вызвать разочарование. И я пришел к мысли, если Бог существует, то его не заботит мое положение. Такие мысли очень опасны для молодого человека. И я начал ходить на все эти вечеринки, пить и совершать все дела подобного рода. Раньше я старался усовершенствовать себя. Будучи христианином, я старался быть как можно лучше. И если бы я перешел в другую религию, то делал бы то же самое. Следовательно, раз я погрузился в мирское, я выкладывался на все 100. Я был смелым. Мне было 17 лет. В 17 лет ты ощущаешь себя Брюсом Ли. Я участвовал во многих драках. Школа на школу, толпа на толпу. И было два инцидента, которые положили конец такому моему поведению. Я очень быстро опускался при таком образе жизни. Я понял, что если я буду так продолжать, я кончу тем, что нанесу вред кому-нибудь, или убью кого-нибудь, или они навредят мне, или убьют меня. Произошло два случая, которые остановили меня. Первый – это автомобильная авария, в которую я попал. Мой друг и я ехали обратно с университетского концерта, вечеринки друга. Мы ехали в 3 часа по Южной Каролине. Мы оба были сильно пьяны. И я решил надеть ремень безопасности, только лишь по той причине, что я мог упасть, заснув. Поэтому я надел ремень безопасности. Я не верил, что ремень безопасности может меня защитить. Я рассуждал так, если мне суждено умереть, то я умру. Я вырос с таким подходом. Если мне не суждено умереть, я не умру. Я не верил во всякие меры безопасности. Итак, я натянул ремень безопасности и заснул.
И я помню, что я проснулся от того, что машина затряслась. Я попытался схватить своего друга. Я подумал, может быть, он заснул. Но когда я проснулся, все, что я увидел, это дерево и тротуар прямо перед моим лицом. Окно разбито, машина полностью сломана, а нас выбросило в кювет. И я помню, выбравшись из машины, первое, что я увидел, я не смог поверить. Я просто двигался. Я выпрыгнул из машины. И я понял, что я выпрыгнул через заднюю часть машины. Она все еще лежала на середине шоссе. Передняя часть машины была в кювете. Я вытащил своего друга, который был без сознания. Я даже не имел травм. Я смотрел на себя, пытался понять, где я мог получить повреждение. И только лишь кусочек стекла зашел мне в руку, который я вытащил. И так случилось, что офицер полиции ехал по другой дороге. Он повернул и подъехал к нам. Когда он приехал, он спросил, что произошло. Первое, что он спросил, «Ты видел, что произошло?» Потому что окружающие люди отъехали. И я догадался, что он думает, что я был свидетелем. Я ведь ходил перед ним. И он спросил, «Ты видел, что произошло?» Я ответил, «Да, я в точности видел, что произошло. Я был в машине». Он весь покраснел. Он был просто в шоке. Он сказал, «Нет, как ты мог быть в машине?» Конечно, нас отвезли в госпиталь. Моего друга арестовали. Но перед тем, как он положил нас в скорую, он был религиозным человеком. Смотря на меня, он сказал мне, «Молодой человек, вам лучше будет понять сегодня ночью, что вы на этой земле для определенной цели. Единственная причина, по которой вы живы, это то, что Господь приготовил для вас миссию. Если бы это было не так, вы бы не выжили. Если бы на вас не была возложена миссия, эта ночь была бы уже вашей последней ночью. Вам нужно это осознать». Я сказал, вот только не надо об этом. Если Господь ищет меня, у Него была такая возможность найти меня много лет назад, так что не нужно мне сейчас говорить о Боге. Я не обратил на это внимания. И месяц, три или четыре спустя, я встретил друга. И мы решили поехать в Нью-Йорк. Мы решили отдохнуть и уехать в Нью-Йорк. Мои старшие уехали, и я сказал, что мы можем остаться в моем доме на выходные. Итак, мы поехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, я помню, я пошел к банкомату снять деньги. В Нью-Йорке банкоматы были в низкой стеклянной комнате. Там ты снимал деньги. Я не знаю, бывали ли вы в Нью-Йорке. Теперь, альхамдулилля, вы можете провести свои карты по двери и пройти туда. Но в 97-м году такого не было. Вы входили, снимали деньги. Это было похоже на игру с боевыми искусствами. Вы заходите, снимаете деньги, тут же вслед за вами заходят преступники, и вам некуда уйти, некуда убежать. Итак, я вошел и снял деньги с банкомата. И я услышал, как дверь открылась позади меня. Я повернулся и понял, что кто-то зашел позади меня. Это был человек, который наставил мне в лицо пистолет. Видимо, ему были очень и очень и очень нужны эти деньги. Потому что он не спросил меня ни о чем. Он не произнес ни слова. Я лишь помню, как мне в лицо смотрело оружие. И он нажимал на курок, это был револьвер. По сей день из моей головы не уходит эта картина. То, как я повернулся и услышал этот единственный звук, щелчка револьвера. Он был похож на 32-й калибр, или что-то в этом роде. Когда он был у моего лица, он был похож для меня на все те пушки, которые вы видите в фильмах. Я помню, когда он спустил курок, я не думал ни о чем. Ты не думаешь ни о чем, о том, что произошла осечка. У вас просто наступает шок от этого. К счастью, я применил некоторые приемы. Может быть, синдром от осечки побудил меня к этому. Потому что я подумал примерно так. Нет, как будто я сам себя ударил. Подтолкнул. Да что ты делаешь? Беги! Я вылетел оттуда. Мы вылетели. Деньги улетели, ружье улетело, и он улетел. И я отправился в отель. Я ничего не рассказал другу. На следующий день мы уехали в Южную Каролину. Я ничего не сказал, потому что мой дедушка мог меня убить. Если тот парень не сделал это, то мой дедушка мог бы довершить это дело. Я ничего не сказал. Через месяц или два у меня начались кошмары из-за этого инцидента. Мне снились ночью террористы из-за этого случая. И я сказал своей бабушке об этом. И она мне ответила тем же самым, что говорил офицер полиции. Тебе нужно осознать, что Господь дал тебе жизнь для определенной цели. Ты здесь по определенной причине. Люди не проходят через то, через что пришлось пройти тебе, и все еще ходят по этой земле. Это бессмысленно. Ты исчерпываешь свой лимит. Именно так она мне и сказала. Ты на самом деле исчерпываешь свою жизнь. Ты на самом деле исчерпываешь свою возможность. У Господа есть кое-что для тебя, и Он хочет,
чтобы ты взял это, но ты это упускаешь. Она не говорила мне возвратиться обратно в христианство, изучать Библию. Единственное, что она мне сказала, Господь не идет куда попало. Ты просто не искал его в правильном месте. И я решил вернуться к прошлому. Авария, случай у банкомата, арест и драки, все это действительно заставило меня остановиться, заставило меня одуматься. Я стал более дисциплинированным. Я стал агностиком. Я верил в Бога, но не был привержен какой-то определенной религии. Я молился Господу, кланяясь, опираясь руками и коленями на пол, потому что так описывается молитва во всех книгах Господа, в Библии, в Торе, в Новом Завете, Гитта. Во всех этих писаниях, которые я когда-либо читал, сказано, что именно так и молятся поклоняющиеся Господу. Это происходило в тот период, когда я читал одну книгу об исламе в общественной библиотеке, потому что я никогда не слышал об исламе. Но я помню, что я искал секцию религиозной литературы. Я был в библиотеке, и я помню, у этой книги было название что-то вроде «Почему я больше не мусульманин?» или что-то вроде такого названия. Эта книга была пропагандой против ислама, но тогда я не знал об этом. Я взял эту книгу и прочитал ее. Там было сказано, что мусульмане, если вы знаете арабский, там было сказано, что это слово происходит от слова «мудлим», слово, которое прямо противоположно слову «мусульманин». «Мудлим» — это тот, кто притесняет другого. Там было сказано, что ислам было средством для независимости в прошлом, задуманным для определенной цели. Там было сказано, что мусульмане поклоняются Богу Луны по имени Аллах, который живет в коробке в пустыне, в Саудовской Аравии, что мусульмане притесняют женщин. Была целая глава о том, как у них могут быть 4 жены. Они могут жениться на 2, развестись с одной, взять сразу 3. Я помню один момент, который по-настоящему привлек мое внимание. Целая глава о джихаде, где было сказано, что мусульманам разрешено убивать немусульман в любом месте, в любое время, без всяких обсуждений. Это считалось почетным делом, за которое им воздадут 70 девственницами на небесах. Я закрыл книгу об исламе, положил ее на полку и вычеркнул ислам из моего списка религий. И я сказал себе, спасибо, конечно, но если я где-то увижу мусульманина, я уйду прочь от него. Я подумал, я нахожусь в достаточной безопасности, Каролине. Спасибо Господу за то, что я не встречался с мусульманами. И я начал молиться Господу. Я просто старался быть хорошим человеком. Просил руководства у Господа, пытался, в общем, быть хорошим человеком. Я помню, перемены наступили, когда я встретил мусульманина. Я встретил мусульманина, с которым мы виделись пару раз в школе. Я знал его, но я никогда не догадывался о том, что он мусульманин. Я не знал об этом просто по двум причинам. Первое, то, что он был афроамериканцем, а в книгах было написано, что мусульмане – это арабы. Второе, что я не знал. Я думал, что мусульмане женятся больше, чем на одной женщине, убивают не мусульман. Но я не знал, что они также могут быть и наркодилерами. И так я не знал. Я никогда не думал, что этот парень был мусульманином. Я никогда бы не додумался до этого. Мы были у него дома. Я и мой друг, тот, с которым мы попадали в передряги. Я пытался уберечь его тогда от проблем. Мы были у него дома, и мы обсуждали религию. Я не помню, какая была именно тема. Я пытался объяснить кое-что о Библии. Тот парень вошел, послушал и сказал, «Вы когда-нибудь слышали об исламе?» На что я ответил, «Конечно, я знаю об исламе все». И он ответил, «Хорошо, и что же ты скажешь об этом?» Я спросил, «Что ты имеешь в виду, под что ты скажешь?» «Это худшая религия, которую я когда-либо встречал на земле». Он спросил, «Почему? Я же мусульманин». Я ответил, «Да ладно». «Ты же афроамериканец». Он ответил, «И что?» Я сказал, в книгах написано, что мусульмане – это только арабы. Он спросил, а какую книгу ты читал? Я сказал, такую-то и такую-то. Он сказал, слушай, что за чушь ты прочитал? Он сказал, тебе нужно пойти в мечеть, на пятничный намаз. Я не являюсь примером хорошего мусульманина. Он только это мне и сказал, я не являюсь хорошим мусульманином. Я не собираюсь тебя обманывать, говоря, что я хороший мусульманин. Но я могу направить тебя к тем людям, которые расскажут тебе всю правду об исламе. Он сказал так, потому что знал мою историю, о том, что я хотел найти истинную религию. И он сказал, тебе нужно пойти в мечеть на джума-намаз. Я спросил, а что такое джума? Он сказал, это как в церкви, только без стульев.
Я сказал, я могу сидеть как в церкви, но без стульев, потому что в церкви стулья были самым худшим местом, чем где бы то ни было. Потому что у них были все эти твердые скамейки, на них трудно было сидеть. Я сказал, вы сидите на коврах? Это хорошо. Вау, я хотел бы, чтобы в каждой церкви было так же. Я спросил, а где мечеть? Он мне ответил, на бульваре Хэмптон. Я ответил, что ж, мой дом на бульваре Хэмптон. Где именно она находится? Он ответил, а ты знаешь, где Ливер и кварталы Вулдхэмптона? Я сказал, да, я живу на другой стороне кварталов Вулдхэмптона. Он сказал, она прямо там. Я ответил, да нету там. Там газовая станция и церковь. Он сказал, да, церковь. А рядом с ней стоит центр обучения миссионеров, Винженикал. Я ответил, да, раньше я брал там уроки миссионерской деятельности. Он сказал, вот, ты помнишь это здание с золотым куполом? Я сказал, да, но это же спортзал. Он ответил, нет, это мечеть. Я всегда думал, что это спортзал. Он был в том же парке, у него были стеклянные двери. И вы могли спокойно проходить всегда между церковью и мечетью, дотрагиваясь до них вот так. Но кто бы мог поверить, я вырос в Южной Каролине, постоянно смотря на мечеть. Вы могли дотронуться до этих обоих зданий просто вот так. Он сказал, да, прямо там. И я был в шоке. Я жил прямо напротив этих сумасшедших мусульман всю свою жизнь. И никогда не знал об этом. Он сказал мне, пойди туда на джума. Я спросил, во сколько? Он сказал, встретимся в час дня в пятницу. Я сказал, хорошо. Я пришел в пятницу, и я ждал его на улице и не вошел внутрь. Этого не произошло. Я видел всех этих людей, заходящих внутрь. В то время это была преимущественно индопакистанская арабская мечеть. Любой, кто заходил туда, был не американцем. Я не увидел даже хоть одного афроамериканца, который входил туда. Я не увидел ни одного. Когда же они входили, они разговаривали на диалекте, который, как я понял, был африканским, а не американским. И так я не вошел. Я ждал и стоял снаружи, сидя на лестницах церкви. Имам подошел ко мне, тогда я понятия не имел, кто имам, и он спросил меня, жду ли я кого-нибудь. Я объяснил ему тогда, кого я жду. Он сказал, «А, мы знаем этого брата. По-моему, ты его особо не знаешь. Мы знаем, кто он». Он сказал, «Мы были бы рады, если бы ты зашел». Он был очень благородным, красивым мужчиной. Он пригласил меня войти в мечеть. Я не мог уже ждать, пока придет мой друг, но и в то же время я не хотел тратить время у этого мужчины, но и не хотел заходить. Ну, в общем, я зашел. Они усадили меня сзади, в конце концов. Мне дали стул. Я пришел сидеть на полу, они дали мне стул. Все эти люди сидели параллельно передо мной. И среди них не было американцев. Я начал задумываться. Мне казалось, что меня подставили. Меня уже подставили, все сходилось. Я начал прокручивать версии в голове. Мой друг оказался, возможно, в такой же ситуации, как и я. Возможно, он заключил с ним сделку, что они отпустят его, как только он приведет американца и обманом затащит его в мечеть, а после джума они сделают джихад и получат 70 девственниц. Итак, я сижу тут, а все эти люди прямо передо мной, позади меня занавески, где шумят все эти люди. Я не понимал, кто там может быть. Я сижу посередине всего этого. Я слышу некоторых женщин, но я видел, что там занавески. Я не понимал, где они. Что-то тут происходит неладное. Я начал уже смотреть на выход. Я стал считать, сколько людей между мной и выходом. Я владел навыками боевых искусств. Я думал так, я уложу парочку из них и выйду. И тут пришел имам. Теперь я понял, что это был имам, потому что он поднялся на мимбар. Он поручил прочитать азан. Я подумал, что ж, этот человек выглядит неплохо. Я почувствовал себя немножко более комфортно. Затем он поднялся после азана и начал свою хутбу. Я подумал, о, Боже мой. Я думал, что он говорит обо мне. Он говорил настойчиво, он говорил громко, махал руками на мимбаре, указывая в мою сторону, и я подумал, «Черт, надо сматываться отсюда как можно быстрее!» Я сказал себе, я использую свой шанс пройти через занавески, через женщин. Затем он начал. Когда он закончил читать на арабском свое выступление, он начал объяснять его. «Вся хвала принадлежит Аллаху. Аллах один». Ему мы должны поклоняться. У него мы должны искать помощи и поддержки. Убежище у него. Он объяснил то, что сказал на арабском. Для меня это звучало так красиво. Это было очень красивое произношение, когда он говорил. Мне хотелось узнать, откуда он это взял. Я подумал, откуда он взял это? Потому что его речь была только о Боге, о природе наших душ,
Это было началом хутбы. Он процитировал три аята из Корана. «О вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха истинной боязнью и не умирайте, кроме как будучи мусульманами». Он был очень мудрым человеком, потому что он переводил каждое слово. Он говорил так, будто знал, что я тут, и все переводил для меня. Я помню, о чем была хутба в тот день. Я не знаю, сделал ли он эту хутбу именно на эту тему, потому что я был там, или это была запланированная хутба, но она была как будто для меня. Название хутбы было «Прощение Аллаха открыто для каждого в любое время, в любом месте. Неважно, какой грех совершен, кроме ширка». В хутбе читался очень длинный хадис. Очень длинный хадис, который некоторые из вас знают. Просто чтобы разъяснить, скажу, что этот хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он встретил ангела Джибриля. Ангел Джибриль говорил ему, что если мусульманин совершит эти грехи, то пусть он скажет им, что Аллах прощает эти грехи. Каждый раз, когда он говорил это мусульманам, они отвечали: «Хорошо, а как насчет такого-то греха?» И он возвращался и спрашивал ангела Джибриля, и ангел говорил ему: «Скажи им, что Аллах прощает это. Скажи им, что Аллах прощает это». Так люди спрашивали о многих грехах, а пророк спрашивал у Джибриля. Джибриль наконец сказал: «Скажи им, что Аллах сказал, неважно, что они совершают из грехов, даже если их грехи заполнят собой океаны Востока и Запада, если они не предавали Аллаху сотоварищей, то скажи им, что Аллах простит их». Я помню, как он сказал мне, что двери раскаяния у Аллаха открыты до тех пор, пока ты не увидишь ангела смерти и пока солнце не взойдет с запада. Я не совсем понял в тот момент насчет того, что солнце взойдет с запада, и он сказал: «Прощение от Господа исходит только от Него одного». Такова была вся тема хутбы. Прощение и тауба. Тогда я сказал себе: все это те же самые постулаты, которые я видел, читая религиозные книги. Я спрашивал себя, откуда он взял все эти принципы, откуда он все это подчерпнул. Он начал употреблять имена, он начал произносить имя Ибрахим, мир ему. Он использовал имя Муса, он перевел их как Авраам и Моисей. И я подумал, откуда он взял эти имена? Они из Библии, я знаю этих людей. После хутбы они начали выстраиваться на молитву. Я начал бояться. Они становились передо мной и закрывали мне обзор двери. Я понял, что один парень увидел меня, и мне нужно было отойти назад. Он спросил: «Давай помолимся». Я говорю: «Кому помолимся?» Он сказал: «Господу». Я сказал: «А какому именно?» Он ответил: «Тому, кто создал небеса и землю». Так же написано и в Библии. Единственный создатель небес и земли. Единственный Бог. Я сказал: «Я понял, я знаю его». Имам начал молитву. Когда он читал Коран, я увидел, что Коран звучит очень удивительно. Я не знал, что это Коран. Затем я увидел мусульман, которые совершают поясные и земные поклоны. Стихи за стихами, в каждой религиозной книге, которую я читал, стали проноситься у меня в голове. Так молились рабы Господа, это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел это, что это поклонение. И так я сказал себе: это не молитва, потому что молитва – это когда ты просишь у Господа что-либо. Эти люди поклоняются Господу. Я сказал себе: ты свидетель достаточно легкой религии. Я думал, что я был очень интеллектуально образованным человеком. И винил себя в тот момент, что прочел только лишь одну маленькую книгу. Я много изучал все эти другие религии, а по исламу прочел только одну книжку. И все на этом. Я подошел к имаму после пятничной молитвы, и он поговорил со мной. Я хочу сказать, что, возможно, я был несколько груб с ним. Я попросил его, чтобы он простил меня, так как я тут первый раз и был напуган, увидев людей в мечети. Он спросил: «Хочешь ли ты узнать побольше об исламе?» У него был сильный египетский акцент. Он спрашивал: «Хочешь ли ты узнать об исламе?» Он пытался дать мне буклет, я сказал: «Нет, нет, нет, я не хочу ничего этого». Я спросил: «У вас есть книга?» «Вот что я хочу знать. Есть ли у вас книга? Можете ли вы дать мне ее?» Он сказал: «Да, у нас есть книга, и она называется Коран». Я спросил: «Могу ли я его прочитать? Есть ли он на английском, чтобы я прочел его?» Он ответил: «Конечно, ты можешь ее прочитать». Он пытался мне объяснить, как его надо читать, а я сказал: «Нет, нет, нет, не надо. Дайте мне просто книгу. Она сама должна сказать о себе». Итак, я взял Коран домой и начал читать его, потому что это книга, которую я прежде не видел. Мне было очень интересно. Я пришел домой, открыл Коран. Я прочел суру Аль-Фатиха, и она мне показалась похожей на молитву «Отче наш». Она была похожа на нее. Затем я начал читать суру Аль-Бакара. Я начал читать суру Аль-Имран. Я начал встречать имена, которые я видел раньше. Я начал встречать такие имена, как Авраам, Давид, Иисус, Яхья, это Иоанн Креститель, Закария, Мария, и я сказал: «Я знаю все эти имена,
Однако об этих людях в этой книге было написано несколько иначе. Пророки, которых я видел в Библии, обладали плачевным характером. Эти же самые люди в Коране принадлежали к эшелону людей высшего характера и высшей морали. Они были теми, кто являли собой пример для подражания, потому что они жили посланием, которое проповедовали, и, следовательно, они могли собрать последователей и людей, которые подражали им. Я прочел все эти главы. Я прочел историю Иисуса, мир ему. Потому что я увидел имя Иисуса, и это меня действительно заинтриговало. Я хотел посмотреть, что эта книга говорит об Иисусе. Я прочел историю в суре Аль-Имран, продолжение истории в суре Марьям. Это было красивее, чем что-либо, что я читал, чем то, что я читал в Новом Завете, чем то, что я слышал, чем чудеса Иисуса, о которых я читал раньше. Я запомнил только один момент. Было чудо. Потому что в Библии вы никогда на самом деле не поймете конфликта, как Мария преодолевает ситуацию, когда на нее показывают пальцем, говоря, что она пришла с ребенком, не будучи замужней. Нет у нее выхода, нет у нее защиты от этого в Новом Завете. Однако Коран так ясно, подробно излагает, что первое чудо Иисуса было то, что Он начал говорить, будучи грудным младенцем, защищая честь матери. Это то, что вы не можете отвергать разумом. Вы не можете отрицать статус Марии, когда вы видите у нее этого малыша. В общем, я хотел сказать, что я прочел весь Коран за 3 дня. Первую же ночь, читая суру Аль-Имран, мое сердце уже приняло эту книгу. Я не знал, что значило быть мусульманином. Я не знал, как стать мусульманином. Я даже не знал, как все это бывает. Но я знал, кто бы ни были те, кто следует этой книге, я хотел бы быть похожими на этих людей. Я хотел бы быть похожими на тех людей, о которых я читал в этой книге. На этих людей, на этих пророков. Эта книга была руководством правильного пути. Эта книга призывала меня. Если ты не веришь этой книге, и я никогда не видел такого ни в одном писании, таких прямых вызовов, как в Коране, что если вы не верите в истинность этой книги, то подвергните ее проверке. И это как раз и поразило меня. Господь снова и снова говорит вам, вы не верите в истинность этого Писания? Проверьте его, принесите что-нибудь подобное ему, проверьте его, изучите его. Все аналогии, приведенные Господом, все было так логично, так рационально, так обосновано по моему рассуждению, как 2 плюс 2 равно 4, и все ясно. Не так, что 1 плюс 1 плюс 1 равно 3, плюс еще что-то и еще что-то. Не было никакой такой чуши. Коран был очень ясным, все было прямым и ясным учением. И я отдал свое сердце исламу. В ту ночь, в своей гостиной, читая Коран, я плакал. Я плакал и плакал от того, что я искал истину. Все это время преодолел столько путей, а истина была прямо передо мной, на моей улице, напротив моего дома. Я вернулся обратно в мечеть, в понедельник, для того, чтобы принять ислам, спрашивая тех мусульман, где они были все это время. Я пришел в мечеть, и она была закрыта. Потому что они приходили по пятницам и на ночные намазы. Я подумал, хорошо, я понял, что мне нужно вернуться обратно в пятницу. До пятницы, когда я постоянно приходил в мечеть, она была закрыта. Я пришел в пятницу и произнес свидетельство. А все остальное, как говорится, уже история. Я не путешествовал по миру. Я принял ислам в сентябре 1998 года. Я не путешествую по миру просто ради забавы. Я это говорю, чтобы вы поняли, ясно, что я делаю это не ради развлечения. Потому что в таком случае вы могли бы просто посмотреть мои выступления по YouTube. Там была бы раскрыта точно такая же история. На этом я хотел бы закончить. Я надеюсь, иншаллах, вы мне дадите чуть-чуть больше 10 минут сказать вам, зачем я путешествую и рассказываю свою историю. Я рассказываю свою историю, чтобы вы осознали, что есть миллионы и миллионы людей, таких же, как я. Таких же, как и я, который в 98 году искал истину, но не мог ее найти. Миллионы людей. Возможно, миллионы людей в Калифорнии. Если не миллионы, то сотни тысяч прямо здесь, в Орлеане, в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии. Они хотят знать истину. Они устали слушать этот мусор, который им снова и снова проповедуют. Они устали от того, что рот сатаны говорит им снова и снова. Они устали от того, что мир в состоянии греха.
Они устали от своей жизни, находясь постоянно в грехе. И мы, мусульмане, мы имеем решение для каждой из их проблем. Догадайтесь, где у нас решение этих проблем? Прямо здесь, в мечети, у нас есть вся истина. У нас есть решение для каждой из мировых проблем. Вы хотите разрешить проблему голода в мире? Ислам решил эту проблему. Вы хотите ликвидировать бедность в мире? В исламе есть решение этого вопроса. Вы хотите исправить экономическое положение этой страны? Ислам может ее исправить. Завтра же. В Вашингтон-Пост была статья, в которой было сказано, что два рынка упали в этой стране. Инвестиции и недвижимости. Есть два сегмента, которые сохранили стабильность и пошли вверх, когда все упали. Они не обещают богатство за одну ночь, как этого хотят люди. Однако они продолжают идти вверх. Это исламские финансы и рынок исламской недвижимости. Эти два направления так стойки и так сильны, что экономисты NBC пытаются продумать, как они могли бы перенять некоторые исламские принципы сделок с недвижимостью и инвестициями и внедрить их в свою систему, чтобы придать ей определенную стабильность. Потому что они поняли, что вы не сможете разбогатеть за ночь в исламской системе, однако она стабильна, она придаст вам надежность. То есть они изучили и выяснили, что ислам располагает решением для их проблем. Но мы уже это знаем. Мы знаем это, что мы можем решить любую мировую проблему с исламом, с его внедрением. Но проблема в том, что мы прячем его от людей. Желая того или нет, зная того или нет. В Коране есть аяты, где Аллах говорит о том, что сделал иудеев бедными за то, что они исказили религию. Эти аяты в Коране для нас. Что те, кто скрывает истину после того, как мы ее разъяснили в книге, то есть они те, кого проклял Аллах, и прокляли проклинающие. И так будет, пока они не покаются и не обнародуют то, что они скрывают. Покаяние таких людей будет принято, потому что я тот, кто принимаю покаяние. Я самый милосердный. Мы стали точно так же скрывать ясные знамения, как это делали иудеи со своей религией. Когда они увидели пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, они знали истину и хотели ее скрыть. Мы знаем правду об исламе, но мы ее скрываем. Мы, мусульмане, мы только и делаем, что просим Аллаха, чтобы Он даровал нам достоинство, честь и помощь, когда Он уже дал нам это в нашей религии. Все, чего бы ни захотел мусульманин, уже дано ему в его религии. Все, чего вы просите у Аллаха, для вас уже есть. Счет на ваше имя. Вам, где вы можете взять все это. Вам нужно только отправиться и найти его. Если у вас раскрыты глаза, но вы не видите, как решить все ваши проблемы в этой жизни и в будущей, просто прочтите Сур Ас-Саф, аяты с 10 по 13. Очень легкое решение. Если будет время, я прочту их вам, иншаллах. У нас есть лечение от каждой болезни в мире, но мы не делимся этим лечением с людьми. Я очень хочу провести одну параллель, потому что я очень хочу так же, как и вы, попасть домой. Скажем так, как тебя зовут, брат? Абдулла. Абдулла, машаллах. Скажем, я и Абдулла лучшие друзья. Братья, живем в одной комнате. И мы жили так годами и годами. И скажем, Абдулла не может встать из-за болезни. Из-за недуга, который является самым сильным, какой только когда-либо видело человечество за все свое существование. Эта болезнь не та, от которой он быстро умрет. Скажем, эта болезнь заставит страдать Абдуллу. Он не может спать и есть. Он постоянно испытывает мучения. Когда я прихожу домой, он скручивается от боли на полу. И представьте, что я знаю о его состоянии, и однажды я прихожу вылечить его. Кто-то говорит мне: если ты дашь это лекарство Абдулле или любому подобному ему, он полностью излечится и не будет больше страдать. И скажем, я взял это лекарство и положил его себе в карман, и я не даю его Абдулле. Почему? Почему я не даю его Абдулле? Первое, я слишком занят. Две работы, занятия в школе, мне нужно долго ехать назад и вперед, я должен каждый день вставать в 4 или в 5 часов. Нет у меня времени давать лекарство Абдулле. Если ты хочешь лекарство, ты достань его сам. У меня нет времени, я очень сильно занят. Второе, я ведь не доктор. Я не могу прописывать Абдулле лекарства, и у меня нет знаний об этом лекарстве. Если ему нужна помощь, ему следует пойти к доктору, а я не доктор. Номер три, прости меня, но Абдулла проявляет упрямство.
Он даже нормально меня не слушает. Он говорит примерно так: «Я сам разберусь. Ты говоришь, что это лекарство подходит ему и вылечит его, а он вообще ничего не хочет принимать. Так зачем же мне тратить на него свое время? Вам знакомо хоть какое-нибудь из этих оправданий? И предположим, я не дал ему это лекарство, и он умирает. Предположим, он умирает самой мучительной смертью, которую вы только можете себе представить. Я хочу вам задать риторический вопрос. Я хочу вас спросить, как вы думаете, в судный день вызовет Аллах Абдуллу и меня и спросит он с нас за то, что случилось с ним? Ведь я притеснил его. Я позволил ему страдать, зная, что могу облегчить его участь. Я уверен, что Аллах спросит с нас за это. Но вы знаете, что хорошо в исламе? Если бы Абдулла был хорошим мусульманином и умер бы от этой болезни, то он умер бы шахидом, иншаллах. В судный день, как красив ислам, он встал бы для отчета перед Аллахом, и Аллах спросил бы с нас. Брат Абдулла рассказал бы ему все, как было, и Аллах сказал бы мне: «Аллах прощающий, ты прощен». Вот она красота нашей религии. Аллах бы простил меня. Однако болезнь, о которой я хочу вам рассказать, это болезнь, с которой работает каждый немусульманин. Каждый день. Они не знают о том, что они больны этой болезнью. У этой болезни нет ощутимых физических симптомов. Это болезнь многобожия. Это болезнь невежества относительно Всевышнего Аллаха, Свят Он Велик. Аллах даровал им жизнь, а они поклоняются кому-то другому. Аллах кормит их, а они благодарят кого-то другого. Аллах создал их, сформировал в них кости и мышцы, в утробах их матерей, и знает их лучше, чем они знают себя, а они не имеют никакого представления о нем. Они даже не знают, кто он. Если вы не чувствуете боль, видя человека в таком состоянии, то, несомненно, ваши сердца очерствели. Когда я вижу не мусульман, особенно это происходит в аэропортах, я вижу в них эту болезнь, я вижу в них ее. Я вижу, как они ходят вокруг, носят ее в себе. Когда они проходят, я говорю себе: я никак не могу поговорить с ними, я ничего не могу сделать. Это болезнь, у которой нет явных симптомов. К ней их привело невежество относительно Аллаха, Свят Он и Велик. Однако в тот день, когда они умрут, испытывая самые мучительные боли, которых никто до этого не испытывал. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что когда ангел смерти приходит к неверующему, он не приходит с добром, он вытаскивает душу неверующего, как будто выдергивает кости из мяса, как будто он кладет брата Абдуллу и пропускает его через измельчитель бумаги в очень маленькие полоски или крошечные кусочки. Такая смерть уготована тем, кто не знал Аллаха, Свят Он Велик. Другой печальный момент состоит в том, что пока вы сидите здесь, слушая меня, тысячи людей умирают. Тысячи людей потеряли свои жизни, так и не узнав об Аллахе. Пока я тут говорю с вами прямо сейчас, люди в этом городе умерли, и мы ничего не сможем с этим поделать. Слишком поздно для них. Мы уже не можем их спасти, даже если бы захотели. Это очень плачевный, прискорбный и печальный факт. Факт того, что мы не можем спасти их. Но есть много, много тех, кого мы еще можем спасти. И все, что от нас требуется, это взять свет ислама и поделиться с ним со всем миром. В Библии есть слова, и на этом я закончу. Сказал ли это Иисус, мир ему, или нет, неважно, потому что эти слова одни из самых мудрых, которые я когда-либо видел за всю проповедническую деятельность. Там сказано, что ни один не принесет в свой дом свечку, закрытую сверху колпаком, потому что никто не увидит света. Если человек принесет свечку в свой дом, то он поставит ее посередине комнаты, чтобы каждый получал пользу от этого света. К сожалению, нынешнее поколение мусульман – это свечки с закрытым верхом. Никто не может увидеть наш свет. Никто не может увидеть красоту ислама. Поверьте мне, если вы не видите этого, посмотрите на того, кто стоит снаружи и смотрит в окно. Где горит эта свеча? Это одно из самых красивых явлений, которые только можно наблюдать. Ислам – это сокровище из сокровищ. Каждый увидит его свет, если мы покажем его людям. Если мы позволим исламу быть самим собой. Если мы стали мусульманами, что значит, что самая лучшая форма призыва, которую ты только можешь показать миру, очень и очень проста. Она не сложная, она не требует от нас скрупулезного поклонения. Но если вы хотите знать, какой лучший метод призыва для мусульман, то лучшая форма призыва – это быть мусульманами именно так. Изучите нашу историю. Изучите историю ислама. Почему ислам завоевал мир?
не столько через войны и военные кампании, сколько посредством самих мусульман, которые были мусульманами. Индонезия стала самой большой по численности мусульманской страной, потому что мусульмане были мусульманами. Несколько мусульман решили отправиться за границу, посетить другие страны и жить там, будучи мусульманами, а не стесняясь своей религии, чтобы угодить людям, а придерживаясь ислама. Когда люди спрашивают, а как же насчет ваших предков, арабов? Они жили в пустыне, с дикими нравами, затем стали лучше нас своим нравом и моралью. Как это произошло? Ответ – «Ля иляха илляллах». Мы верим в Аллаха и в то, что Он послал человека по имени Мухаммад, чья жизнь является примером для нас. Поэтому мы такие. Так ислам завоевывает мир. Так ислам завоевал людские сердца своей красотой, истинностью и простотой своего послания. И это и привело меня в ислам. Это то, в чем нуждается мир. Смотря на все эти глупые религии и идеологии, которые гуляют по миру, простота и красота ислама нужна миру. Хотят ли люди это слышать или нет? Это режет их сердца. Когда ты показываешь им истину, даже если они отворачиваются от нее, они осознают, что это истина. В судный день ты будешь стоять перед Аллахом, свят он и велик, умывая руки, говоря, «Я сделал все, что мог». В конце концов, я хочу сказать следующее, и это очень важно. Если вы не верите, что это важно, то я скажу вам. Последнее завещание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, это его прощальная проповедь. Мы знаем, что прощальная проповедь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это краткий обзор ислама и его принципов. Пророк знал, что это будет последним, что он скажет мусульманам. И когда он проводил свою последнюю проповедь, он сказал, «Тот, кто здесь, передайте то, что я сказал отсутствующим. Быть может, последующий, кто услышит мое послание, поймет это лучше, чем те, кто здесь». Он дал предписание тем мусульманам, последующим, передать его слова следующим, и так по цепочке, так, чтобы его речь была услышана всеми. Это было его посланием, поручением этой умме. Что произошло потом? Он поднял свой палец, указывая на небо, и сказал, «О Господь, будь свидетелем, что я действительно передал твое послание». И что случилось, пока он говорил это? «Аллах ниспослал аяты. В этот день я усовершенствовал для вас вашу религию и завершил свою милость к вам и избрал для вас ислам как религию». И последние слова, которые пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, дал нам до того, как снизошли эти аяты, были о том, что мы должны передавать это послание. Он вменил нам это в обязанность. Он дал нам это обязательство, которое возлагались только на пророков. Никому до этого. Если вы не верите мне, то прочтите суру Байина. Там сказано о том, что вменялось другим общинам. Ни одной общине до этого не было дано такой возможности и такого благословения передавать эту религию, кроме нас. Потому что больше не будет пророков. Так что на наши плечи ложится эта работа. Коран не просто упал с неба, поразив людей, гуляющих по улице. Теперь мы должны заниматься этой работой. Если бы пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не выполнил бы свою миссию, он бы отвечал за это перед Аллахом. И если мы не будем выполнять нашу работу по распространению ислама, мы предстанем перед Аллахом в день воскресения. Не будьте человеком, который встанет перед Аллахом в день воскресения, а ваш сосед, коллега по работе, которого вы знали 10 или 20 лет, придет к вам и скажет, «Ты знал, что этот день придет. Ты знал, что этот день придет. Ты знал, что произойдет со мной, но ничего мне не сказал». Эти люди будут жаловаться Аллаху Святому Велик на вас. Они будут жаловаться Аллаху на нас. Потому что мы знали истину, но не поделились ею с ними. Нам нужно перестать прятаться в мечетях, в домах, в наших сердцах. Мы должны поделиться ею с людьми. Поверьте мне, это прекрасно. Просто протяните ее им. Протяните ее им, и я обещаю вам, они возьмут ее, потому что она такая чистая. Я прошу простить меня за то, что я превысил лимит времени, отведенного мне. Если у нас есть время, я хотел бы выделить некоторое время на вопросы и ответы. На улице я буду отвечать на вопросы. Последнее, что я хотел бы сказать, братья и сестры, знайте. Один из моих больших проектов по призыву – это DVD-проект, над которым я работаю. Моя цель – это вручить DVD-диски об исламе каждому человеку в Соединенных Штатах Америки. Сейчас я работаю во Флориде. Другие братья работают в других местах. Мы проводили исследования. Люди будут смотреть диски с мультимедийным содержанием, прежде чем они прочтут книгу или послушают аудиодиск. Альхамдулилля. Посредством этих дисков у нас где-то двое людей в месяц произносят шахаду. На оборотной стороне диска есть мои координаты. И люди смотрят диск, потом звонят мне, и я беседую с ними. И обычно они принимают ислам. Буквально вчера ислам принял таксист.
Мусульманин купил DVD-диск и отдал его своему другу. Друг не хотел его слушать и передал его другому человеку. Этот человек передал его своему знакомому коллеге по работе и последним посмотрел его и принял ислам. Так что это один из моих самых крупных проектов. Я выпускаю сотни дисков. 75 из них поступают на различные площадки призыва. Остальные 25 я даю мусульманам, чтобы они продавали их по двум причинам. Первое, чтобы на эти деньги я смог выпускать другую сотню дисков, и чтобы вы разделили награду со мной, потому что когда вы покупаете DVD-диск, посредством этого выпускается другой диск. Тот диск вы даете другу, и так вы разделяете награду со мной. Каждый знает, что призыв – это очень желательное дело. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, сказал, что тот, кто наставит на прямой путь, получает награду такую же, как и тот, кто делает, встав на прямой путь, хорошие дела, без потери в награде у последнего. Я распространяю эти DVD-диски среди мусульман, чтобы вы тоже приложили усилия на почве призыва, сделали свой вклад и были выпущены другие сотни дисков, иншаллах. Я привез диски с двумя темами, и они на улице. На этом диске «Ислам и Библия». Там в основном то, что я рассказывал вам в улучшенном формате. Там видны все стихи и ссылки, которые я вам зачитывал. Эти стихи помогли мне очень ясно понять истинность ислама. Я расположил их параллельно с аятами Корана, чтобы вам было хорошо видно. Тема другого диска – истинное Евангелие от Иисуса Христа. Так как я говорил, что я прочитал Новый Завет, первая часть диска – рассказ обо мне. Моя история принятия ислама, всякие происшествия, которые происходили со мной, а затем, как и в других дисках, рассуждение о божественной природе. В этом диске рассказывается тема Нового Завета Иисуса Христа. Говорится, как вы можете доказать другому, что Иисус проповедовал ислам по Новому Завету, то есть об их собственной книге. Им придется согласиться. Или они поверят вам, или они отвергнут это. Если вы верите в это, то вы должны верить и в то, что я говорю про ислам. Если вы это отвергаете, то это ваша книга, а не моя. Я старался учить людей, опираясь на эти две темы. Эти диски также можно раздавать не мусульманам, потому что они в очень красивом формате. Там все очень наглядно показано. Эти диски также можно заказать у нас на сайте. Но, пожалуйста, лучше вам сейчас пока не забирать все диски домой, потому что их и так не хватает. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, мои контакты даны на дисках. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться ко мне, на мой веб-сайт. Я благодарю вас за то, что вы уделили мне время. Если вы получили пользу, то знайте, что все благо исходит от Аллаха Святого. Он велик. Если что-то, что я сказал, неправильно, то вы должны знать, что это исходило от моего нафса и от моего непонимания.